Большая роль в решении этой важнейшей задачи лежит заповедником национальным парком. В последнее время мы значительно укрепили сеть таких уникальных территорий, количество ежегодно растет, а общая площадь за четверть века увеличилась почти вдвое. Новые возможности открывает и приоритетный проект «Дикая природа России», сохранить его, который принят в этом году. Что еще нам нужно сделать, чтобы человек жил в гармонии с природой? Какие современные технологии необходимо внедрить, чтобы сохранить редкие виды животных и растений, занесенных в Красную книгу? Какие новые формы просветительской работы сегодня нужны? Ответить на эти и другие актуальные вопросы, обменяться опытом, идеями вам предстоит на форуме, который собрал многих неравнодушных людей, беспокойных состоянием окружающей среды. Уверен, наша встреча пройдет в деловой и конструктивной атмосфере. А предложения и рекомендации, которые вы сформулируете, помогут нам добиться успехов в такой чувствительной сфере, как экология. Желаю вам ярких дискуссий и всего самого доброго. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.